Привет, мои дорогие зрители и друзья! Сегодня мы находимся в городе Шумен. Мы хотим посмотреть еще один объект из 100 национальных достопримечательностей Болгарии. Мечеть шерифа Халил-паши. Еще его называют Тамбов. Это самая большая мечеть Болгарии и вторая на Балканском полуострове. Она построена в 18 веке. Вот она так чудесно выглядит. Мечеть построена в стиле французского барокко. Здесь на площади 1730 квадратных метров есть молитвенный храм с минаретом, библиотека, медресе, духовное училище, начальная школа, мектеп и внутренний двор с фонтаном. Сейчас мы туда вовнутрь еще зайдем. За вход мы заплатили 4 лева с человека. Нам дали цветную брошюру и описание на русском языке, которое мы, прочитав, должны были вернуть. Ой, сейчас мне голова закружится, я тут и упаду. Этот массивный купол дал имя мечети – Тамбу, что значит «круглое, вздутое». Молитвенный зал – освещается 4 поясами оконных проемов, в верхней части которых сделаны цветные витражи, благодаря которым получилось богатое великолепие светотеней, сочетание цветов и форм. Наверху молятся женщины в этой мечети, вот здесь. Вот такие мягкие ковры. И я хожу босиком, видите? Потому что здесь нельзя ходить в обуви. Об этой мечети есть интересная легенда. Легенда о мудром отце и его непутевом сыне. Они жили в Мадаре. Сын докучал соседям, не слушал отца. От отчаяния он выгнал его из дома со словами: «Человеком ты не будешь». Сын оказался не глуп, выучился, разбогател и получил должность паши в Шумене. Решил поквитаться со своим отцом. Приказал приволочь его из Мадары, спросил, есть ли у него сын. Отец сказал, что был, но я его выгнал. «Я твой сын», — сказал ему шериф. Отец ответил: «Значит, я поступил правильно, человеком ты не стал», — сказал и умер. А шериф понял, что не в деньгах счастье, построил мечеть, где можно замаливать грехи, в частности, вину перед своим отцом. Такова легенда. Это для обуви. Такая. Это очень старая работа. Да, разберусь. 277 години в ротата. Митва до измива, не? Понеже още студентчик от диагонална двора, че ще ми е там, където будете да се мала. Защото това е. Тук като добавка се виждат и оригиналните декорации. Тези прески са от 1744 година. Какая година? 1744. 277 години са изминали да. От построяли на джамията и изгледнява. Тя служи като образец за обновяване на други така части. Модел на характеристика се пазят. Так, национална библиотека. 99 стъпала има в него. Те са от камък, спираловидно са разположени, с едно балконче минарето, декорирано е с сталактити. По-български что-то означает? Что-то...